И сегодня же в правительстве рассмотрели и новые меры по борьбе с лесными пожарами. В Казахстане намерены запустить систему раннего обнаружения очагов возгорания. Территории Государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники, особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма. Это позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию пожарным и спасателям. Координировать действия при ликвидации огня будут беспилотные летательные аппараты. Они помогут также разрабатывать безопасные маршруты эвакуации и спасения пострадавших. Напомню, ранее из резерва правительства выделено свыше 600 миллионов тенге для приобретения 71 беспилотника и 12 водосливных устройств для МЧС. На заседании комиссии по вопросам внедрения цифровизации под председательством главы Кабмина рассмотрели также вопросы автоматизации очередей в дошкольные учреждения. Планируется создание единой базы учета очередности. В пилотном режиме ее запустят уже в октябре. Полная оцифровка движения очереди призвана исключить коррупционные риски. Кроме того, обсуждается и цифровизация ключевых процессов госаппарата и системы госконтроля. Таким образом, планируется исключить человеческий фактор при назначении проверок.